Привет, мы на канале Надюшка ТВ. Сегодня мы будем красить яйца. Но сейчас яички варятся. Будем ждать, когда сварятся. У нас сейчас, ребятки, вечер. И сейчас мы будем резать для яичек вот такие штучки. Ну, вы поняли. Я сейчас обрежу и покажу, что у меня получилось. Хорошо? Я уже одну порезала. Сейчас вам покажу какую. Вот такую штучку. Вот такая есть. Ангелочек перевернула. Вот такая. И вот тут ангелочек. Такой миленький. Вот еще ангелочек. А тут у нас сзади. Вот что. Еще вот. Я вам показывала вроде бы. Я уже не помню, что показывала. Вот еще. И вот. И вот. Еще мне осталось порезать вот эту штуку. Вот эту. Тут тоже красиво. Сейчас я ее порежу, потом вам покажу, что на ней. Все, я порезала штучки, не буду показывать, надо уже яйца красить и эти штучки клеить. Так что пойдемте вот. Ну так, у меня получилось. Не знаю, вроде бы где-то 12, я не считала. Краска, только она еще желтая должна быть, она какая-то оранжевая. Странно, конечно. А тут Сонька моется. Да, Соня? Ребят, во что краска превратилась? Там красится одно яичко. Мася на стульчике лежит, спит. И смотрит, как мы это все делаем. Ой. Да, Мась? Ребят, что-то яйца не красятся. Может, краска пропала? Но у нас краска одна осталась с того года. Желтая. Ну, видите, это не желтая какая-то. Что-то покрасили из того. Надо было, скорее всего, белые яйца покупать. И оранжевые. Ну, будем с наклейками делать. С наклейками, да? Тарелочка. Будем сейчас клеить наклейки на яички. Не получилось покрасить яйца. Краска, скорее всего, пропала. Это яички на окрошку. Вот яички лежат в пленочке. Как их там называют? Вышел Тошка. Идем выключать спальный свет. Ой, я включила. У меня вот там лампочка включена. Я это сейчас выключить. Все, нет. Вспышка на телефоне просто горит. 4 штучки осталось. Вот наши яички. Мася, любишь Пасху? Этот праздник. Ой, я хорошенькая. Лежит. Кладем яичко. Все. Лежит. Вот и яичко. Это второе яичко. Ой. Картошка на окрошку. Вот уже яички. Вот еще плюс яичко. Ангелочек такой миленький. Океан. Яичко чуть-чуть не получилось. Все яички готовы. Сейчас уже, ребятки, день. Уже 19 апреля. Всех поздравляю с Пасхой. Да, с праздником таким. Вечером мы уже будем садиться за стол, праздновать. Я уже покушала пасочку, яички ела, огурчики, так что вот так. Сейчас вам покажу лайму. Лаймочка. Давай, Мася. Это Маша, собачка моя. Вот, я уже принесла на стол яички. Это нам бабушка дала яички. Вот эти. А эти наши яйца. Мы уже, конечно, поели. Так что вот так. И радио играет.
Вот я кетчуп принесла. Кетчуп. А тут у нас сейчас мы посмотрим, что. Тут у нас мясной салатик. Еще я рыбу принесла зачем-то. Да, рыбка? Хочу вам показать Машкиных щенят. Как раз щенятам сегодня одна неделя. Сейчас вам покажу щенят. Ой, там спят бутузики. Не подросли. Глазки еще не открыли. Да, Маша? Не дают щенят нам посмотреть. Скажет, не надо показывать щенят. Тут тюльпанчики у нас. Красивые, обожаю тюльпаны. Кто любит тюльпаны, жмите лайк. Там солнышко так красиво светит. Надо сейчас сфоткать. Хоп, сфоткала. Сфоткала я солнышко. Скорее всего, это закат, ребят, а не солнышко. Как солнце, закат, так красиво. Красота. Вот мы и накрыли стол. Это мяточка наша. Там курочка. Бутербродики. Ну, вы знаете, что там уже в кастрюле. Вот так. Лаймута. Лаймочка. Да, там вкусняшки. Только не для тебя вкусняшки, а для нас. Вышла Соня на улицу. Да, Соня? Кс-кс-кс. Соня. Сонечка. Ой, мой палец в кадр попал. Вот мой палец, ловите. Да, Соня. Вот там наша слива цветет. Вот она. Да, слива. Это дерево слива, кто не знает, слива это ягода. Надо ездить постить. Все, я буду сейчас кушать. Потом встретимся. Уже, ребят, покушала. Сейчас я в огороде. Ой, простите, у меня тут рот грязный после кетчупа. И я сейчас в огороде. Мы отмечали Пасху, но мы не ходили в церковь. Так что вот так. Из-за коронавируса. Вот так, ребят. Простите, блин. Я собачка или кошечка у меня там. И волосы накрученные. Мне мама косички плела. Так что вот так. У нас сегодня крутой праздник. Ой-ой-ой. Ладно, ребятки, всем пока. До новых встреч. Встретимся в следующем выпуске на канале Надюшка ТВ. А я буду дальше гулять, играться, как сказать. Ну и мы будем дальше сидеть на улице. Так что всем пока.